Здравствуйте, вы смотрите ежедневный выпуск новостей на телеканале Тува-24 в студии Александра Тур. И коротко о главных событиях. В Туве проходят рейды по незаконной вырубке деревьев. В Тесхеме открылся первый фитнес-клуб. В министерствах и ведомствах Тувы произошли кадровые изменения. И расскажем, как проходит зимовка скота в республике. И вначале о кадровых изменениях. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Тувы назначен новый руководитель. Исполняющим обязанности министра назначен Юрий Оруспай. Юрий Оруспай ранее возглавлял службу ветеринарии Тувы. В 1988 году окончил Московскую ветеринарную академию по специальности ветеринария. С 1994 по 2018 года занимал должности председателя крестьянского фермерского хозяйства, научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории ветеринарии Тувы, заместителя руководителя службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору республики. Также с 2018 года в течение 2 лет работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия региона. С 2021 года до декабря 2023 руководил службой ветеринарии Республики Тыва. Кроме того, назначен замначальника главного управления МЧС России по Туве 49-летний Рустем Салахов. Он будет отвечать за государственную противопожарную службу. Ранее он работал в Республике Башкортостан на различных руководящих должностях. Окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России по специальности государственное и муниципальное управление. Обеспечение безопасной и здоровой образовательной среды способствует более эффективному обучению и создает благоприятные условия для роста и развития каждого члена школьного сообщества. Пожалуй, самый главный вопрос каждого родителя – насколько безопасна школа моего ребенка? Ответ на этот вопрос попыталась найти наша съемочная группа. Помимо задачи дать каждому ученику достойное образование, школа должна обеспечить полную безопасность детей и подростков во время учебного процесса. Также организации образования должны иметь все необходимое оборудование, техническое оснащение, квалифицированных и лицензированных сотрудников охраны, находящихся постоянно на посту и бдительных 24 часа в сутки. Во всех образовательных организациях нашей республики обеспечена антитеррористическая безопасность. В начале учебного года проводились всероссийские тренировочные мероприятия, и во всех образовательных организациях получены паспорта по антитеррористической безопасности. Кроме этого, в течение учебного года тоже, в соответствии с утвержденным планом, проводятся плановые учения, тренировочные мероприятия именно по обеспечению антитеррористической безопасности. По мнению регионального Минобразования, во всех подведомственных учреждениях республики надлежащим образом функционирует пропускной режим. Сегодня все школы, детские сады и СУЗы работают в штатном режиме. Проводятся постоянные проверки безопасности. По периметру школы имеются видеокамеры, ведется видеонаблюдение, которые выведены на пост охраны. Кроме этого, у нас все входы, ворота, они все закрыты и открываются только по определенному требованию. Кроме того, есть шлагбаум, который также поднимается только для машин спецслужб. Кроме того, безопасность столичной школы номер 1 усилена магнитными замками, и попасть в здание можно только по специальной карте, которая есть у каждого ученика. Не менее строго во всех среднеобразовательных учреждениях подходят к выбору кандидатов на должность охранников, которые, в свою очередь, должны пройти соответствующее обучение и подготовку, иметь лицензию. Только после жесткого отбора кандидатов они назначаются на должности. Налажен пропускной режим. Безопасность школы обеспечивает 2 сотрудника ЧОП. Так как у нас пропускной режим, родители ждут своих детей в фойе школы. Помещение, аудитория школы не проходит. Все посты охраны обеспечены тревожными кнопками, при нажатии которых моментально реагирует Росгвардия. В последние дни мессенджеры Тувы атаковала завирусившаяся информация о якобы готовящихся вооруженных нападениях на образовательные учреждения. С сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявлены факты распространения в одном из телеграм-каналов недостоверной информации и вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия. Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, не реагировать на ложные сообщения и следить за официальными новостями. Проведите с детьми профилактические беседы о безопасном пользовании информационными ресурсами. Также МВД напоминает, за распространение заведомо недостоверной информации предусматривается ответственность по части 9 статьи 13.15 КОАП РФ. Максимальное наказание за такое нарушение – штраф до 500 000 рублей. Мерген Оюн, Буян Оюн, Ангар Кюжгет, телеканал Тува-24.
В Туве двое мужчин погибли от угарного газа при установке системы печного отопления. 2 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в недостроенном доме тел местных жителей 40 и 52 лет без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами незамедлительно была организована процессуальная проверка. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 2 декабря текущего года двое мужчин находились в помещении недостроенного дома, где они устанавливали систему печного отопления. В этот же день их тела были обнаружены в том же доме со включенным бензиновым генератором без внешних признаков насильственной смерти. Предположительной причиной смерти их явилось отравление угарным газом. В настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. Следовательно, проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. «Срубил он нашу елочку под самый корешок». Эти строки из известной песни, которую вот уже более 100 лет знают все, от мала до велика. В преддверии главного зимнего праздника у государственных лесных инспекторов наступает усиленная пора по охране елей от незаконной вырубки. Что грозит нарушителям лесного законодательства, знает Айра Асад. Один из главных символов Нового года – это, конечно же, елка. Кто-то покупает искусственную, а кто-то предпочитает живую. Вот только судьба последних – одна, все они после боя курантов оказываются на помойке, в контейнере, а потом на свалке. Тут каждый сам делает выбор, но лесные инспекторы не дремлют. В декабре рейдовые и профилактические мероприятия по охране хвойных молодняков усиливают. Министерством лесного хозяйства издан приказ номер 477 по охране хвойных молодняков и направлен для работы в лесничество. Патрулирование будут проводить в лесных массивах, а посты будут устанавливать, посты будут на автодорогах. Будем проверять совместно с ГАИ автомашины. На посту АК будут проверять автомашины, которые будут провозить пихты сюда, в нашу республику, с Красноярского края, с Хакасии, которые индивидуальные предприниматели, которые будут реализовывать для местного населения на новогодние праздники. Мы будем проверять их документы, законность. Если нарушители лесного законодательства поймали с вырубленной елочкой размером до 1 метра без разрешительных документов, то ему грозит штраф от 3000 рублей. Чем выше ель, тем больше штраф. Будет составлен административный штраф по статье 828, часть 1 КОАП РФ, 3000 рублей. Итого все вместе это обойдется, 3021 рубль обойдется. Если человек срубил 4 метра елочки или больше 4 метров, там уже... Нанесенный вред лесному хозяйству будет составлять больше 5000, тогда уже мы административный протокол не составляем, и все материалы мы направляем полицию, правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. По информации лесных инспекторов, для собственных нужд ели заготавливать можно, но только в специально отведенных местах. Для этого необходимо получить разрешение в лесничествах. Всем известно, что ближе к празднику пихты начинают массово продавать рядом с крупными магазинами и торговыми центрами. Все они в основном привозные, отмечает консультант регионального Минлесхоза. На территории нашей республики мы наше лесничество заготавливает ель. А пихты не заготавливаем. В основном пихты завозят индивидуальные предприниматели из Саян, которые привозят пихты из Красноярского края или республики Хакасия и реализуют у нас в городе Кызыле. Данные индивидуальные предприниматели, которые занимаются реализацией новогодних пихт, они должны обратиться в мэрию города Кызыла. Живые пихты или ели быстро осыпаются и редко бывают симметричными, а еще искусственная ель служит не один год, что экономит семейный бюджет. Можно сказать, что у обеих разновидностей главного атрибута Нового года есть как плюсы, так и минусы. Остановись, мальчик! Не жалко тебе рубить такую красавицу? Лучше я подарю тебе вот эту елочку, а ее ты оставь. Пусть растет на радость всем. Айра Сачайханногах, Язамат Очур, телеканал Тува 24.
6 декабря в 19:00 на телеканале Тула-24 состоится прямой эфир программы «Народ спрашивает» с участием заместителя председателя правительства Тулы Орлана Сарыглара, министра труда и социальной политики Республики Эдуарда Сандана и министра образования Республики Елены Хардиковой. Приглашенные спикеры ответят на вопросы, связанные с проблемами в сфере образования и трудоустройства. Любой житель Тулы может задать вопрос и получить ответы в ходе прямого эфира. Для этого можно оставить комментарий под публикациями в социальных сетях, ресурсов медиахолдинга «Тува Медиа Групп», а также в ходе прямого эфира. Те, у кого будет самый интересный актуальный вопрос или предложение, будут приглашены для участия в телепередаче. Насколько чабанские стоянки готовы к зиме? В рамках выездных рейдовых мероприятий по чабанским стоянкам республики рабочей группой была проверена чабанская стоянка на готовность к зимнему периоду. С подробностями Мерген Аюн. Сегодня мы находимся в Улыхемском районе, близ села Иетал, чтобы проверить, как местные чабаны подготовились к зимовке. Сколько сена приготовили? Как подготовлены кошары? Сколько голов скота привиты от различных заболеваний? Есть ли специальные световозвращающие ленты для скота? На все эти вопросы попыталась найти ответы специальная рабочая группа, созданная при правительстве региона о прохождении зимовки скота. Сегодня мы осуществляем комиссионный выезд рабочей группы. В рабочую группу, значит, входят ветеринарные врачи, врач-терапевт, зоотехники, Министерство сельского хозяйства, значит, и также управление сельского хозяйства, муниципальных образований. Очень отрадно, что создали такую рабочую группу, где есть представители власти, ветеринары, терапевты, представители Министерства сельского хозяйства. Сегодня они к нам приехали, сами своими руками пощупали, осмотрели животных, кошары, заготовки на зиму для скота. Еще осенью администрация муниципальных образований и сельхозуправления была поставлена задача организовать на местах подготовку к зимовке всех чабанских стоянок. Это выбраковка скота, подготовка кошар к зиме и вакцинация животных. К зиме подготовились хорошо. Кошары утеплены, вакцинацию скота прошли, сено заготовлено в количестве 120 рулонов. На зиму должно хватить. Если нет, то у нас запасы тоже есть, которые мы еще не привезли. Такие обходы проводятся постоянно. Приезжают не только ветеринары для животных, но и врачи-терапевты. Измеряют давление, состояние здоровья, привозят лекарства. Кроме того, рабочая группа разъяснила чабанам различные вопросы, касаемые ухода за животными, вакцинирования скота, обустройства и поддержания порядка в кошарах. Осмотрели, значит, кошару, все подготовлено, значит, организовано очень хорошо. Состояние животных, значит, сельхоз животных в хорошем упитанном, значит, состоянии. И дальше мы сейчас направляемся, значит, в Ивюрский кажун и Менгунтагинский кажун. На сегодняшний день именно в Ивюрском и Менгунтагинском районах отмечается высокий уровень снежного покрова от 25 до 32 сантиметров. Исходя из этого, рабочая группа направляется туда, чтобы узнать, как обстоят дела у чабанов в этих районах. Мерген Оюн, Буян Оюн, Ангар Тюлюш, телеканал Тува-24. В селе Акарик Тесхемского района полным ходом идет завершающая стадия строительства Дома культуры имени Аяса Данзырына по губернаторскому проекту Сурунза. О ходе работы, количестве рабочих и о сроках сдачи объекта расскажет наш корреспондент. Старое здание клуба было построено еще в 50-х годах прошлого столетия. В 2006 году местный клуб получил имя заслуженного артиста Тувы Хюэмиджи Аяса Данзырына. Строительство нового же здания Дома культуры началось в июне текущего года. Сейчас строительство на стадии утепления кровли. Работает бригада из 10 человек. Отопление талазыле уже салтына берген. Работы по возведению отопления уже завершены. Вся необходимая мебель и материалы уже привезены. Работы по установке пожарной сигнализации видеонаблюдения будут начаты после утепления кровли. Уже заключены договоры и перечислены денежные средства. Они ждут нашего звонка. На строительство Дома культуры было выделено 13 миллионов рублей. Все деньги полностью реализованы. Также сотрудники клуба отмечают, что все необходимое оборудование уже готово и ждет своего применения. Это аппаратура, мебель, столы и стулья и так далее.
Нашему старому клубу в этом году исполнилось 67 лет, поэтому мы также планировали очередной капитальный ремонт здания. Но благодаря нашему региональному правительству и Министерству культуры республики и нашей местной администрации удалось попасть под губернаторский проект Сурунза, чему жители села были очень рады. Строительство планируют закончить к концу декабря. Также в процессе стройки задействованы жители села, которые сами приходят помогать. Работают, не жалея сил и времени, без выходных. Сотрудники клуба обеспечивают строителей горячим питанием. В общем, делают все, чтобы Новый год встретить с новым домом культуры. Мерген Оюн, Бадма Даржа, Буян Мангуш, Ангар Тюлюш, телеканал ТУА-24. Артыш Сидипол много путешествовал по стране, а последние несколько лет жил в Корее. Там и родилась идея открыть собственный фитнес-клуб, но уже в родной республике. Помощь в реализации бизнеса оказала госпрограмма «Социальный контракт», благодаря которой Артыш закупил весь необходимый спортивный инвентарь и уже притягивает в мир спорта своих односельчан. В единственном фитнес-клубе Тесхемского района побывала и наша съемочная группа. Беговая дорожка, степер, велотренажер, баттерфляй, гантели, штанги и не только. Весь этот спортивный инвентарь есть в уютном и просторном фитнес-клубе села Самогалтай Тесхемского района. Клуб открыл свои двери в сентябре текущего года. Артыш Сидибол начал серьезно заниматься спортом 6 лет назад, когда начал ходить в тренажерный зал в Корее. А в 2022 году он принимает решение вернуться в родные края и развивать спорт. Я просто еще хочу, чтобы именно ТУА, наша республика, чтобы здесь все больше и больше появлялись такие залы, чтобы вообще население, чтобы она пошла в сторону спорта, фитнеса. И вот поэтому-то я, не задумываясь, просто вот решил, что, наверное, я все-таки открою фитнес-зал. Для открытия своего бизнеса были все необходимые знания и образование, но на покупку спортивного инвентаря для тренировок у Артыша не было средств. Тогда по совету родственников он подал заявку на участие в госпрограмме «Социальный контракт», который в скором времени помог воплотить мечту в реальность. Дизайном и обустройством зала тренер занимался сам и в каждый уголок вложил частичку своей души. Чем раньше посмотреть, да, сейчас, конечно, уже есть какой-то доход. И этот доход, да, он уже достаточно. Это не считай, что это только начало. А в том дальнейшем, конечно, это будет уже разные программы, там уже, собираюсь все дальше развиваться. И поэтому я считаю, что в дальнейшем еще будет лучше. Повысить выносливость организма, улучшить деятельность дыхательной системы и здоровье, сбросить парочку лишних килограммов. Именно за этим приходят односельчане в фитнес-клуб. На сегодняшний день у Артыша 20 подопечных. Одна из них, Айгуля Олет, рассказала, что с удовольствием ходит в зал, а заниматься с тренером еще эффективнее. Я очень рада, что открылся фитнес-зал с сентября месяца и до сих пор хожу. Мне, конечно, очень тяжело было в сентябре месяце, и сейчас уже по программам у нас в группе 8 человек в понедельник. Ну, в основном у меня 70 килограмм было в сентябре месяце, и сейчас 63. Это большой успех для меня. В ближайшем будущем тренер планирует расширить спектр услуг. Артыш по образованию технолог общественного питания. Он хочет пропагандировать не только здоровый образ жизни, но и правильное питание. Планирует выезжать с мастер-классами в другие районы, чтобы поделиться опытом открытия фитнес-клуба. Так, в Тескемском районе почти 22 миллиона рублей выделили на реализацию социального контракта 125 участникам госпрограммы. Это значит, что 125 семей района вышли на стабильный заработок и обеспечены рабочими местами. Бадмадаржа, Буян Мунгуш, Азамат Очур, телеканал ТУА-24, Тесхемский район. Сегодня в Кызыле на базе Тувинского театра кукол стартовал фестиваль-конкурс социальных театров «Волшебный взгляд». В течение двух дней взрослые и детские любительские театры представят спектакли в самых разных жанрах – драмы, кукольные спектакли, сказки, комедии и другие. Чем удивили зрители творческие коллективы в первый день фестиваля-конкурса, расскажет Айра Сад. «До свидания, овраг» по мотивам одноименной повести Константина Сергиенко, жанр драма. На сцене детский театральный коллектив Народного театра имени Симона Сарглара села Боротега Сютхольского района.
Уфимский театральный коллектив на базе Народного театра имени Семена Сарыглара сформировался всего год назад, но ребята уже стали участниками и призерами разных конкурсов. В прошлом году наш коллектив участвовал среди школьных театров в театральном конкурсе и занял третье место. И съездили, отдохнули в лагерь «Артек». И в этом году поставили вот этот второй спектакль. А в прошлом году дети играли «Апрель 45-го». Спектакль военный. Трогательная, правдивая и грустная история из жизни бездомных собак. Голодные, брошенные людьми, они мечтают о лучшей жизни. В этих несчастных животных на самом деле много человеческого. В детском театральном коллективе села Боротыга занимаются 16 ребят. Одну из ролей спектакля играет Аника Ондар. Там я играю роль собачки по имени Крошка. Она довольно-таки маленькая, озорная, смешная собачка. Почему именно мне достался этот роль? Я думаю, это потому что в реальной жизни я такая же, как и эта собачка. Потому что мы с чем-то связаны с этой собачкой, вот поэтому я так думаю. Репетиция у нас была довольно долгой, где-то полмесяца. Нет, 2,5 месяца. Наш учитель тоже все очень хорошо подсказывал, там учил нас, какие движения делал, давал возможности нам проникнуть в своего героя, почувствовать его. В республиканском фестивале-конкурсе социальных театров «Волшебный взгляд» участвуют 9 детских и 10 взрослых коллективов из самых разных районов. Драматические коллективы, функционирующие на базе культурно-досуговых учреждений, а также при школьных театрах, да, образовательных учреждений, и также принимают участие муниципальные наши театры. Как организаторы хотим вот именно социальными театрами, вот этим конкурсом показать, что можно внедрить практику именно социальные театры. Это получается привлечение в драматические кружки, а также театры детей социальной категории. Привлечены более 200 участников, и при подсчете уже из них 78 именно дети социальной категории. Тема свободная, но главное, чтобы участники были социальной категории. Ну и, конечно, всегда приветствуется поднятие темы, социальные темы, если есть. Мы, как уже видим, что в детских театральных коллективах уже поднимаются взрослые такие вопросы, и социальные вопросы поднимаются. А также, конечно, тема добра и зла никто не отменял. Фестиваль-конкурс социальных театров продлится до 6 декабря. Завтра, 5 декабря, на сцене Дома народного творчества свои спектакли отыграют уже взрослые коллективы. Айра Сабыямангуш и Азамат Очур, телеканал Тува-24. ВИЧ до сих пор остается одной из самых устрашающих инфекций во всем мире. В этом году статистика в нашей республике неутешительная. Количество выявлений больше, чем за прошлый год. 1 декабря является Всемирным днем борьбы с этой неизлечимой болезнью. Поэтому очень важно напомнить каждому, насколько необходимо следить за своим здоровьем. Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря. В соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. По этому случаю в ДНТ прошло мероприятие, чтобы еще раз напомнить населению о методах борьбы с болезнью и профилактике. На сегодняшний день в нашей республике, благодаря высокому охвату населения тестированием, высокопрофессиональной работе специалистов Центра борьбы со СПИДом, эпидемиологический процесс и заболеваемость ВИЧ-инфекцией в нашей республике остается и является контролируемым. На сегодняшний день больным СПИДом у нас в регионе только с января по октябрь текущего года 35 выявленных случаев. Инфицированным оказывается всесторонняя помощь, которая позволяет продлить им жизнь и обеспечить безопасность их близким и родным. У Министерства здравоохранения республики имеются определенные задачи для борьбы с инфекцией. Таким путем мы повышаем информированность населения по путям передачи, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Мы ежегодно увеличиваем постоянное количество тех больных людей, которые у нас охватываются лечением. С
Самым главным оружием по борьбе со СПИДом является ежегодное тестирование граждан. Поэтому на мероприятии каждый смог узнать свой ВИЧ-статус. Добавим, что каждый желающий может провериться, прийти в Центр борьбы со СПИДом, где сможет совершенно бесплатно сдать анализ. Орлана Байду, Владимир Сюртук, Софья Сая, телеканал Тува-24. 21 ноября – Всемирный день телевидения. Ежегодно в честь этого праздника проходит спартакиада. Участниками соревнований стали телекомпания «Тува-24» с журналистами медиахолдинга «Тува-Медиагрупп» и ГТРК «Тува». Как прошло мероприятие, смотрите в нашем сюжете. Команда! Всего призовых мест было традиционно 3, а команд было 4, 2 из которых представляли медиахолдинг «Тува-Медиагрупп» и ГТРК «Тува». Все 4 команды подготовились основательно. Единая форма, название команды и девиз. Перед началом соревнований мы решили узнать о настрое участников. Нормально. За какую команду играете? «Тува-24». Волнуетесь, нет? Да не особо, это просто игра. Я представляю команду «Россия-1», ГТРК «Тува». Настроение бодрое. Надеюсь, будет интересно. Всем пожелаю отдохнуть. Пускай победит достойнейший. Представляю команду «Россия-1». Настроение отличное. Так заряжены. Готовились некоторое время и, конечно, хотим победить. Как ваше настроение? Спортивное. Несмотря на желание победить, главная цель – сплочение коллективов и агитация здорового образа жизни. Спартакиаду открыла эстафета, где были представлены задания довольно сложные, но веселые. Все команды смогли показать не только свою спортивную форму, но и сплоченность. Задания были очень интересными. Журналисты проявили смекалку, ловкость и быстроту. Добрая традиция стала, когда вот наши руководители организовывают такие соревнования на таком высоком уровне, потому что первое хотелось бы отметить, спорт, все мы знаем, это основа здорового образа жизни. Нам очень отрадно, что организовывают такие спартакиады. Следующим этапом стало перетягивание каната, где кипели нешуточные страсти. Все болельщики с напряжением следили за игрой. Как итог, все участники смогли в ходе борьбы узнать друг друга лучше. Вот такие спартакиады очень нужны. И нужны для того, чтобы коллеги не только одной компании вместе собирались, а вообще нескольких там, да, компаний. Вот, например, сегодня ГТРК и ТВ-медиагрупп. Это очень сближает людей. И мне кажется, такие спартакиады, ну, хотя бы раз в год нужны. Не только для спорта, но и для дружбы и общения. Мини-футбол стал третьим этапом спартакиады, в котором смогли принять участие 5 человек от команд. Борьба за каждый гол была серьезной, как на настоящем чемпионате мира по футболу. Соревнование закрыл красивейший традиционный вид борьбы хуреш, где мужчины смогли показать свою силу. Наиболее напряженным этапом оказался именно этот. Каждый участник отметил азартность игры. Но, несмотря на это, все прошло в дружеской атмосфере. Как говорится, главное не победа, а участие. Сегодня, благодаря тому, что мы собрались в этом уникальном спортзале, было проведено масса мероприятий. И закончилось все, национальной борьбой «Хуреш», которой я, кстати, занимался впервые в своей жизни. Хотелось бы отметить, что все соперники довольно очень такие сильные. Но я считаю, что в итоге все равно победила дружба. Спартакиада проводится ежегодно ко дню телевидения. А это значит, что в следующем году можно будет снова наблюдать за столь интересной борьбой. Какие соревнования будут в следующий раз, покажет время. Орлана Байду, Буян Оюн, Софья Сая, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. А я, Александра Тур, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.